Весит этот пряничный шедевр более 100 килограммов и считается теперь рекордсменом России самым большим. Пряник в виде сочинского железнодорожного вокзала больше всего привлекал внимание участников выставки. Его авторы – сочинцы Сергей Мусенко и Амалия Мартиросян. А сложность самая в этом состояла в том, что именно сделать бескаркасное. Она начиная от фундамента, то есть все детали абсолютно съедобные. То есть такое, такое делается, конечно, но очень редко. То есть для этого нужно очень большое умение и терпение, чтобы достичь такого результата. Стали свидетелями установления рекорда России другие участники выставки. Их в этот раз более 70 из 21 региона страны. В торжественном открытии принял участие первый заместитель руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой. Эта выставка – это серьезная площадка для различных круглых столов, презентаций. И мы рассчитываем на то, что в рамках деловой программы выставки мы представим различные наши проекты в сфере промышленности, ту продукцию, которая будет, и организуем, в первую очередь, коммуникации наших промышленных предприятий и предприятий санаторно-курортного комплекса. Традиционно выставку посещает около 6 тысяч человек. Среди них сочинцы и гости курорта, которые сегодня не только могли купить заинтересовавший их товар, а здесь много представлено продуктов питания, но и посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. А завтра пройдет открытый чемпионат Юга России по пицце и народный дегустационный конкурс «Чемпион вкуса». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.